Теперь мы вам расскажем, как поджарить сыроежки. Сыроежки бывают разные. У нас здесь такая классическая осенняя зеленая сыроежка. Они такие мясистые, хорошие. Главное, чтобы они не были червивые. Их очень любят черви, поэтому ну, не рекомендуется кушать грибы с червями. Они выделяют фекалии, которые человеческому организму могут повредить. Вот это классные сыроежки. Чистенькие на срезе, чистенькие внутри. И маэстро нам продемонстрирует, как почистить сыроежку. Пожалуйста, маэстро. Что ее тут чистить? Ну, для начала ее нужно помыть. Мы снимаем пленочку с сыроежки или принципиально нет? Нет, конечно. Почему? А зачем? Логично. Ну, говорят, что она невкусная. Это неправда. Хорошо. Итак, процесс. Мы просто моем грибы хорошенечко от лесного мусора. Пленочку мы не снимаем. И дальше мы вам покажем. Итак, помытые грибочки мы нарезаем. И будем обжаривать на сковороде. Ну, у нас есть замороженный зеленый лучок, мы так любим. Можно нарезать две репчатые луковицы, налить растительного масла, лук, грибы и аккуратно обжарить.